нас сегодня с вами есть замечательная возможность больше узнать о жизни Ивана Лаптева, который является епископом церкви Ингрии. Если вы не знали о том, что здесь, на северо-западе России, широко представлены эти церкви, их служение. Это наши братья-лютеране. Сначала это был единый регион еще со времен царской России. Карелия, Финляндия, это была просто наша родная, можно сказать, земля, и мы все разделяли одну веру во Христа, часть, можно сказать, лютеранской церкви, и у нас сегодня в гостях настоятель церкви в Култышах, правильно? В Губаницах. В Губаницах, да. Иван Лаптев. Он расскажет подробнее о своих, на самом деле, регалиях, о своих позициях и задачах. Но в рамках этой программы у нас есть возможность познакомиться с ним не как с, в первую очередь, деятелем церкви, больше как человеком. Человеком, который впоследствии принял на себя ответственность, которую несет сейчас. Иван, рада вас приветствовать у нас в этом откровенном разговоре. Добрый день. И мы сразу же начинаем с первого и самого основного вопроса. Расскажите, пожалуйста, о себе. Были ли вы рождены и воспитывались ли вы в верующей семье? Каким образом вы пришли к такому моменту в вашей жизни, что вы поняли, что для вас Бог, для вас служение Ему является не пустым звуком, не просто чем-то поверхностным, а прям делом всей жизни? Каким образом произошла эта встреча? Ну, это такой, в моем случае, был достаточно длительный процесс. И семья, ну, непосредственно родители мои, да, мама и папа, они были неверующими. Но, как и во многих других жизнях, огромную роль в моей, вот, моих отношениях с Богом сыграла бабушка моя. И она как раз была человеком верующим, и она была ингермаланкой, ингермаланской финкой, и сохраняла от своих родителей, то есть от моей прабабушки, прадедушки, вот эту веру. И достаточно тяжелый путь они прошли, то есть это было и разрушение их церкви в 40-м году, депортация в Сибирь вместе со всем ингермаланским народом, и затем возвращение сюда уже в конце 50-х. И эта вера, она выражалась таким образом, что, конечно, она всегда читала Библию, она пела, были такие сборники гимнов, вирси кирия, специальных духовных песнопений. Вот. Собирались также какие-то соседи, подруги, в общем, на такие собрания. Я не понимал, что там происходит, потому что было на финском языке вот это все в основном. И также еще был такой интересный момент, что в воскресенье она слушала, и она или там несколько человек собирались, и они слушали по радиоприемнику трансляцию богослужения, как я уже потом понял, из Финляндии транслировалась литургия на финском языке, да, вот они так это все ловили, вот, и, соответственно, вместе участвовали в таком вот богослужении через радио. И, конечно, она много за меня молилась, она как бы говорила со мной о Боге, и произошло так, что когда началось возрождение церкви нашей, это вот 88-й год, 89-й год, она вошла в десятку тех, кто зарегистрировал на себя приход в Култышах. Это ну, такой первый заново построенный приход нашей церкви. И тогда начала меня водить туда своего внука, в общем-то, и мне было интересно, конечно, посмотреть в основном на иностранцев, финнов, которые приезжали, привозили всякие разные интересные там вкусности, вот. И, конечно, вот это были моменты собрания, которые были на финском языке в основном, но я видел действительно этих людей, я видел слезы на их глазах, я потихоньку начинал тоже в это все вникать. Вот. И такое, наверное, первая осознанная вещь первая произошла, когда мне попала в руки вот брошюра, на русском языке она уже была,
такая, достаточно много было в то время разной такой литературы. Вот. И это была брошюра, где показывалась жизнь человека, в общем-то он живет, потом умирает, потом ангел его приводит на суд, и там на огромном экране показывается вся его жизнь, в общем-то, и, соответственно, отправляется он в ад. Вот. И тогда я действительно понял, в принципе, основные вот эти вещи, там, законы, Евангелие, что заповеди требуют от нас. Сколько вам было лет? Я думаю, 11 или 12 лет. Угу. Вот. Тогда вот произошло первое. Я помолился, я стал с того времени молиться и так очень серьезно относиться к этим. То есть поняли, что жизнь не просто такое дуновение ветра, да, а что у нее есть смысл, цель? Ну, такие мировоззренческие законы, вопросы, да, в таком возрасте возникают, конечно, у всех, я думаю, что кто мы, для чего мы живем, что будет после смерти. И вот там я такой четкий ответ получил на эти вопросы. Вот. Ну и потом был, конечно, такой путь у меня в жизни подростка 90-х, очень далекий от Бога, от церкви. Хотелось испытать, да? Ну да, кто, и сама жизнь такая была, что она настраивала, и все эти испытания, они были вокруг в разных формах. Потому что друзья были все равно основной круг общения. Ну, конечно, сверстники, друзья, одноклассники. И, конечно, очень далеко я ушел вот от какой-то такой праведной жизни. И второй этап, шаг был, опять же, связан с бабушкой, которая, в принципе, за меня много молилась, видела, что, ну, наверное, не такой жизнью я живу, как бы ей хотелось. Вот. И тогда она, ну, такой хитрый прием применила, как бабушки многие, она позвала меня помогать там, в какой-то молодежный лагерь. Она говорит, приди, там вот нужна твоя помощь, там без тебя никак не обойтись. Ну, я пришел. Сколько вам было тогда? Тогда мне было, наверное, 15 или 16 лет, уже, может быть, даже чуть постарше, но еще перед армией. И я в этом лагере наблюдал за молодежью. То есть я смотрел на их лица, я смотрел на ту радость, которая у них такая неподдельная, на то, как они без стеснения там поют и общаются. И для меня это было, ну, на тот момент уже такого человека, который в разных формах там, конфликтах поучаствовал и в разной такой, можно сказать, полукриминальной деятельности. Для меня это был такой вот серьезный вызов. А оказывается, что так вот можно, да, там радоваться без алкоголя, без всего, вот просто почему. И действительно, я размышлял, молился, и было вот такое, ну, наверное, такое второе особенное прикосновение в один из вечеров вот этого лагеря, когда играл какой-то гимн, и я сидел на крыльце церкви, смотрел там, как заходит солнце, все так было очень красиво. И вот Господь меня коснулся, и тогда я уже так помолился серьезной молитвой покаяния, что я хочу оставить эту жизнь и следовать за Господом. Вот. И тогда это было началом такого пути. А вы знали, то есть вы сказали, что это было до армии, значит, вы, в отличие от многих, например, там, верующих, баптистов там, и так далее, вы считали возможным пойти в армию, и там же как бы конфликт был именно в том, что баптисты были не готовы приносить присягу, там, давать клятву, обещания, служить как бы стране там, и так далее. Они считали это нарушением первой заповеди. Угу. Вот. А как бы, как вы к этому относились? Ну, для нас, лютеран, это не нарушение заповеди, а это исполнение заповеди. Угу. То есть мы как раз смотрим на это с другой стороны, что есть Божье установление и призвание, да, в том числе, и призвание, в том числе, служение и полицейским, и военным, то есть те функции, которые государство выполняет, они Богом установлены, и человек должен их выполнять. Поэтому здесь никаких проблем не было. Конфликта не было. Конфликта не было, и все верующие люди служат в армии, и капелланами многие служат, в том числе там, ну, как вот пасторское служение несут в армии. Вот, и в полиции, поэтому здесь, ну, я никаких проблем не было. Не было у вас проблем в армии вот с вашей верой и отношением сослуживцев? Конечно.
конечно, проблемы были, они были прежде всего не со служивцами, а со своей совестью, то есть вот это такие внутренние вызовы, которые, опять же, вот вставали перед молодым человеком, да, и ты видишь, что здесь вот у тебя есть возможности, но они связаны опять там, с нарушением, да? заповедей, mm-hmm. там, с воровством, с невыполнением, с каким-то, mm-hmm. да, и как верующий человек ты уже понимал, что ты не можешь этого делать, и вот здесь вот, конечно, достаточно трудные моменты возникали. Интересно, вы, я не знаю, размышляли ли вы в армии быть священником? Сейчас вы в сане, там, в чине не только священника, да, но вот настоятеля, епископа. Я подвожу ко второму вопросу, к вопросу вот выбора спутника жизни. Этот вопрос, я думаю, касается, безусловно, и молодых людей, и девушек, там, мужчин и женщин. Вы уже к этому вопросу осознанно подходили? Какие были ваши критерии к тому, чтобы создать действительно успешную семью, хорошую семью? Я думаю, вы хотели быть счастливым. Все хотят быть счастливыми, стоя у алтаря, людей спрашиваешь, вы хотите, вы, конечно, все хотят, конечно, все, но, опять же, статистика говорит нам о другом, да, что там больше не половины... Получается. Да, не получается, но здесь почему не получается? Дело не в том, как люди к этому подходят. Дело в том, что не ошибочно само представление о браке. То есть, по большей части люди себе представляют это как лотерею. Да? Вращайте барабан, ты туда, значит, вытягиваешь какой-то шар, там, смотришь, насколько он мне подходит. Ну, там, потом через полгода вдруг не подходит, да, там следующий. Но проблема в том, что там на Земле 3,5 миллиарда мужчин и женщин. И вот, угадать вот этот свой шар, это, конечно, было бы безумием, вообще просто в жизни не хватит. Но процесс этот, он совершенно иной. То есть в любом случае два мало знакомых человека, безусловно, они испытывают какую-то симпатию друг к другу, а потом только начинается процесс созидания. Это как некое растение, да, когда мы это семя сажаем, надо его поливать, ухаживать за ним, да, заботиться, трудиться над ним. И тогда вот приходит какой-то результат. К сожалению, большинство людей этого не понимают и, ну, так говорят, ну, не повезло, значит, надо там что-то... Не, ну, подходящесть какая-то должна быть. Вот иногда говорят, там, вот они подходят друг другу как ключ, там, к замку, там, или там, как пазл, вот кусочек мозаики, там, к остальной картинке, то есть вот, вот совпали все там шишечки, ладно, чуть-чуть там что-то не совпало, там, дотерли, как бы... Но генеральное совпадение, как бы оно есть. Вот думали ли вы о генеральном совпадении? Потому что, чтобы именно из этого, из этой части картинки были пазлы. Ну, конечно. Ну, во-первых, как бы, когда приходит любовь, там ты не думаешь о никаких совпадениях, и насколько они там генеральны. Да? То есть просто ты любишь или не любишь. Это вы все. Уже были верующий человек. В принципе, да, я, ну, достаточно, на самом деле, я со своей будущей супругой познакомился как раз вот в этот период. Вот, до армии? 16, да, в 16-17 лет. Вот именно вот в этот момент, когда отхождение я прихожу к вере. Да, и мы познакомились, и потом уже, как бы, пойдя в армию, я понял, что, ну, соответственно, надо жениться, и мы в 19 лет мы... Но она тоже пришла к вере в это время? Да, она пришла тоже, я ее уже привел, соответственно, вот. Притянул, и это было таким, ну, для меня, конечно, важным условием, да, будущего брака. И у нас есть такие в церкви конфирмационные занятия, куда приходят люди немыцерковленные, они занимаются. Вот, и я ее привел на эти занятия, и, соответственно, уже решение было принято о том, что мы вступим в брак полноценный, нормальный, с венчанием. Вот, и вот прямо в начале службы в армии мы венчались. И... У нее не было сопротивления вот к тому, что, как бы, ощущение, что вы принимаете решение за нее? Такое бывает, когда мужья там, или там, молодые люди, или жены, там, или невесты чрезмерно активны, может быть, вот, в приведении к вере своего там, спутника. Ну да, но здесь опять же важно понимать, что такое приведение к вере. То есть мы человека не можем
ну, не можем ему навязать, не можем ему как бы, да, вот эту веру как-то внушить или привить. То есть, а с другой стороны, человек может исповедовать все, что угодно. Он может прийти и сказать, да, я там верю, хорошо, пойдем, там все, что хочешь, сделаю. При этом не произойдет ничего в его сердце. Но со своей стороны, я это тоже как-то понимал уже на тот момент, и старался делать все, чтобы она увидела действительно, что, о чем речь вообще, да? Что такое вера, ну, кто такой Бог, что он реальный, он помогает, он как бы не оставляет человека, он прощает грехи. Вот это основной момент был такой, да, вот познание Бога через прощение грехов. И вот это время, которое мы встречались до брака, как раз Господь так вот использовал, что, я думаю, она к этому искренне вполне подошла. Она видела подлинную реальность за вашими словами и какими-то поступками все-таки, да, правильно? Да, она видела вот эту реальность, и не только во мне, я думаю, но и в церкви, в других людях. И, конечно, это сыграло очень важную роль, потому что потом, когда, собственно говоря, я получил призвание служить, идти в церковь, и у меня никогда такого не было, ни мыслей, ни планов, что там я стану там пастором. Ну, мне когда первый раз озвучили эту мысль, мне было смешно так, и я даже не мог себе это представить, ну, как я там буду. Мы об этом поговорим чуть-чуть подробнее. Да, да, но вот это ее как бы, да, понимание, оно сыграло свою роль в том, что она потом сказала, да, я там готова на любые там лишения, да, жертвы, куда Господь пошлет, поедем в любые места. И действительно, все эти годы вот она ни разу от своих слов не отказалась. И это было важно, конечно, вот это ключевой момент, потому что многие служения и церкви, и пасторы, они вот падают вот именно в этом смысле, потому что супруги, они не готовы вот на это служение. Буквально кратко, какие ключевые моменты все-таки вы проговариваете с молодыми там парами, которые планируют вступить в брак, на что обратить внимание, испытать, есть ли у вас такой, я не знаю, список испытательных вопросов, на которые они должны ответить «да» и непременно проговорить перед тем, как вступить в брак? Ну, безусловно, во-первых, есть какие-то библейские вещи, да, на основании которых вообще все созидается. Ну, нам есть всего по одной заповеди, которую Господь дает мужу и жене, и мужу он говорит, что любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. И когда ты с женихом говоришь о том, ты понимаешь, что это такое, то есть ты готов быть распятым за свою жену и прощать ее, что бы она ни делала, принимать ее в любых как бы качествах и, ну, грубо говоря, умереть вот за нее, никуда вообще не уйти, не смотреть и себя самого похоронить. Здесь человек начинает задумываться. А со стороны жены уже, да, это вопрос послушания. Вот. Послушание и повиновение мужу там, в любых ситуациях, и почему это важно. Мы пытаемся об этом говорить, тем более сейчас в современном обществе, я тут посещал приходы, и в одном приходе даже увидел, у нас есть такое чинопоследование, как венчание проходит, там есть пастор, клятва молодых. И там написано, что согласна ли ты принять этого жениха своего мужем и господином своим. Вот слово «господин» там было зачеркнуто, да, потому что уже, ну так, пастор, 21 век на дворе. 21 век и все такое прочее, да. Но здесь на самом деле неважно, какой век, то есть потому что в этом заключается как раз вот эта тайна брака, да? Тайна брака, да, это не какое-то раболепие или там, не знаю, полностью подавление воли, да, но осознание и понимание того, что муж является главой и жена является помощником, как Бог сотворил, вот это большое дело, это уже основание того, что будет дальше происходить. А я вот, простите, вас перебью, вот в вашем... В этой формуле брака, в этой формуле брачной клятвы присутствует ли в его части, да, то, что он признает ее госпожой, также называет как... Ну, нет, там немножко по-другому, то есть там сказано опять, что он берет на себя ответственность и клянется перед Богом не разводиться, не оставлять и заботиться о ней, как Христос заботится о ней, да, вот да, все-таки. Да, вот это вот. Безусловно, это ответственность мужчины, и здесь обе стороны... И вы как епископ спрашиваете со своих священников, потому что на самом деле я хочу сказать, что
Вот это чисто мой такой опыт, даже как бы и возрастание в неверующей семье, общение там с людьми. Мне кажется, вот эта постсоветская культура, они, ну не только постсоветская, я думаю, что это по всему миру распространено. Скорее, вот эта культура угнетения, подавления и как бы отсутствие воспитания у мужчин, вот этого бережного отношения к женщине, что она все-таки действительно немощный сосуд. Хотя женщины по природе, говорят, выносливее, чем мужчины, но она хрупкий сосуд, она нуждается вот именно в заботе, а мужчины не умеют заботиться. Вы видите такую проблему? Ну, проблема, следите вы за этим? Конечно, следим, конечно, мы это проговариваем, и в любом случае церковь здесь является вот... Ну, во-первых, надо понять, что без конфликтов никогда не обойдется. Это полная, ну, неправда, что бывают какие-то браки, где нет конфликтов. Ну, такого не бывает, это невозможно. Человек грешен, и два грешных человека, живя вместе, они всегда друг друга обижают и находят какие-то моменты несогласия. Это первая мысль, которую нужно принять. Конфликты, они будут все равно. Залог счастливого брака — это способ разрешения вот этих конфликтов. И когда два человека, они находят... Во-первых, первая мысль, они понимают, что мы не будем разводиться, и мы никогда не употребляем эту тяжелую артиллерию ни в каких спорах и разговорах, и мысли об этом никогда не допускаем. Здесь это и называется христианским браком, потому что христианское глубокое посвящение, понимание, такое, да, что мы этого все не было. Что бы я сейчас не испытывал, какие бы эмоции, какие бы трудности в жизни не были, мы это не включаем. Это первое. А второе — это механизм, как мы решаем вот эти проблемы. И здесь в обычной жизни, да, неверующие люди, как, ну, вот там что-то произошло, жена бежит к подружке, к маме, на свою сторону войска там подтягивает, вот какой он там плохой сякой, начинается, мужчина идет тоже к друзьям или там еще куда-то. Каждый организует свой лагерь противостояния. Да, начинается вот это все. Вот, и поэтому, безусловно, должен быть третий, и в этом смысле, кто поможет, да, выступить, вот в этом смысле церковь, приход, пастор даже, да, духовник, очень сильно помогает. Когда у нас уже нет сил друг с другом договориться, мы понимаем, что все, мы идем в церковь, мы приглашаем пастора, мы молимся за это, и вот наступает примирение. Вот это важно, чтобы вот этот момент, навык, он вырабатывался. Ну, он вообще, конечно, универсальный навык разрешения конфликтов, я думаю, на всех уровнях, начиная, конечно, с семьи, это самое главное. А потом, это, я думаю, что у вас полно ситуаций, связанных с руководством, вот, общение с братьями, там, с людьми, любыми людьми, наделенные ответственностью. И третий наш вопрос. Что вы понимаете под словом «призвание», что является вашим призванием и как вы его нашли? Призвание для лютеран — это особенный такой момент, очень важный, потому что именно Лютер в свое время открыл это и поднял на поверхность, то есть он освободил служение Богу и призвание верующего человека от этого религиозного дискурса, да, то, что если раньше, если ты там веришь, то ты должен либо монахом стать, либо там как-то в церкви себя там посвятить или служить. То есть это была жесткая привязка именно к церкви? Именно к церкви, к религиозным каким-то вот актам, да. Но что сделал Лютер? Он сказал, что в принципе любая работа, любое исполнение обязанностей, даже матери, там, да, или бабушки, или, неважно, там, сапожника, плотника, оно является, и оно может быть призванием, и оно является служением Богу, если человек делает это хорошо, если он делает это от всего сердца. И Лютер называл это таким словосочетанием «larva dei», «маска Божья». То есть он сказал о том, что разделил, как бы, да, что есть два мира, это мир духовный, царство Божье, и есть царство земное. Вот то, что касается Царства Небесного, да, это церковь, она несет служение слова и таинств, она возвещает прощение грехов, и вот здесь призвание пасторов как раз, да, в этом служении. А есть также царство земное, и в этом земном царстве также Бог действует, безусловно, он там присутствует. И Лютер говорит о том, что служение булочника или сапожника, оно может быть таким же проявлением Божьей любви,
когда человек делает это от всего сердца, с радостью, и задача его является... Это на самом деле очень сильно, я вот вас слушаю, как бы, безусловно, мы сейчас в 21 веке, мы переживаем то, что часть лютеранских церквей отступила вот от канона, от заповеди, скажем, там, Мартина Лютера, вот этого переосмысления. Удивительно, что мы отмечали 500-летие реформации, тем не менее церковь как раз потеряла свое влияние в Европе. Мы видим исламизацию Европы, мы видим, что церковь закрыта для как бы такого активной работы в социуме. За счет этого она как раз и уступила свою позицию, и в итоге социум и неверующие люди, или люди с другими убеждениями, воинствующие атеисты, там кто угодно, начинают влиять и душить церковь. Но как бы вот ваша ветвь, получается, церковь Ингрии, лютеранская церковь Ингрии, вы стараетесь придерживать основ? Или вы считаете, что вы возрождаете вот и в вашем служении, в вашем поколении, просто вот, я не знаю, это так вот откровение как бы вашего круга служителей? Да нет, это есть разные, к сожалению, сейчас, да, процессы, которые вы озвучили, они происходят, но они связаны не с тем, что там, да, церковь оставила социальное служение, то есть она его не оставила, оно там в Европе отделилось вообще в отдельное служение. Mm-hmm. То есть изначально это была диакония, потом диакония перешла, отделилась от церкви, да, потому что церковь должна еще и проповедовать, а мы не хотим навязывать никому своего мнения, поэтому мы будем просто людям помогать. И это немножко ушло в сторону. Но главная проблема, опять же, это то, о чем говорил Лютер, что церковь стоит или падает в зависимости от того, насколько она верна Божьему Слову и учению Христа и апостолов. И произошло вот этот, вот это вот главная проблема, да, то, что церковь отошла, во-первых, от Слова Божьего в разных моментах под давлением социума, под давлением государства. Во многом это либерализация разных там сфер жизни и церковного служения. Вот, и церковь, некоторые церкви, опять же, не все, оставила вот свое вероисповедание, свою книгу согласия, да, так скажем, у лютеран есть такой документ, во что мы верим, почему мы так верим, да, почему мы так понимаем какие-то вопросы. И вот ряд церквей, действительно, они от этого отошли. Вот. Мы являемся консервативной церковью и церковью, которая по-прежнему придерживается и Слова Божьего, и своих доктрин, изначально принятых, утвержденных в 1580 году, там, скажем, да, когда была подписана спасибо. Эта книга. А, да. Спасибо, на самом деле, это мы продолжим обязательно этот разговор в следующей программе, которая называется «Жизнь призвание». Поэтому приглашаю вас к тому, чтобы вы задавали сами себе вопросы, чтобы вы задавали вопросы Богу, чтобы вы пользовались этими встречами, этими программами, как иллюстрациями того, как Бог может все повернуть в новое русло, в радостное русло, в плодотворное русло. Спасибо вам большое, Иван. Спасибо за откровенность, за посвящение, за вдохновение. И мы будем ждать вас и с новостями, с хорошими, и в программе. И я знаю, что сейчас действительно 21-е столетие, Россия обновляется, и большая часть этих изменений России, она начинается из наших сердец, из того, что каждый из нас делает. И я верю, что все-таки те люди, которых мы носим в сердце, с которыми мы встречаемся, они получат частичку, а может быть, кто-то больше, в зависимости, кто как захочет, частичку радости, жизни, вот этой божественной жизни. Поэтому пробуждение грядет. Будьте благословенны.